Пролил сильный дождь. И соседи там линолеум смыли. Смотрите, что у нас тут. Какой урон нам нанес этот дождик. Рома ходит тут вообще в шоке. Смотрите, это вот все лилось. Смотрите, все вымыло с нашей из-под бани. Вот. Все овощи наши тоже смыло. Смотрите, все. Вот, смотрите, как-то все лилось. Страшилище просто. Все там бушует. В бане. Сколько воды. Просто неописуемо. Смотрите, сколько было здесь насыпано. Все смыло. Просто в шоке. Смотрите, все пусто. Все, сколько отсыпка. Вся отсыпка волна. Смотрите, творится ужас, просто ужас. Из-за этого линолеума. Линолеум перекрыл все и лилось все на наш участок. Вот, смотрите, повторяю. Просто ужас. Вот, короче, как размыло, блядь. Охереть называется. Угол вообще вымыло один. Ну стоит, не перекосило ничего. Сейчас будем отсыпать. Линолеум кинул или смыло, или что. И приплыл сюда, все перегородил. Вот здесь прибило его. Все перегородил и начало шуровать вот сюда. Надо, короче, вот здесь все поднимать. Здесь канаву копать, отводить воду на следующие разы. Короче, показала уязвимые места нашего участка. Здесь вот горизонтальный столб подмыло, он неровный стоит уже, все. Уже вон тот угол опустился, да, он и наклонился в эту сторону на нас. Надо его донкратить, подсыпать, выравнивать все. И тумбы заново ложить под этот уже размер. Или подгадывать все с этими тумбами надо. Хера, ну объем... Работа нам предстоит шикарная. Объем унесенного этого грунта, он какой. Здесь было насыпано. Здесь. Хереть.